Привет всем! Меня зовут Анна Кафырина, ты на моем канале YouTube. Сегодня хочу поделиться своими мыслями насчет одной очень интересной цитаты, которая гласит, что любое, даже самое маленькое действие на длительном отрезке времени дает потрясающие результаты. Что это значит? А значит, это то, что если каждый день делать один крошечный, малюсенький шаг на пути к своей цели, но делать именно каждый день регулярно, то на большом этапе времени, ну, то есть по прошествии большого этапа времени, сейчас, секундочку, люди пройдут, то по прошествии длительного времени этот маленький шажочек превратится в огромный прогресс, который будет заметен. То есть, например, я хочу похудеть. И я понимаю, что за 3 дня сбросить 10 килограмм невозможно. Потому что это физически просто невозможно. Но действуя каждый день в направлении своей цели и, например, отказываясь от хлеба. Вот сегодня я, например, не съела хлеба. Завтра я не увижу результат. Завтра я, может быть, даже не увижу какой-то результат по сравнению с тем, что есть у меня сегодня. Но через полгода отказ от белого хлеба принесет мне избавление от 5 килограмм. Вот так вот просто. Или, например, все мы понимаем, что чтобы получить диплом, завтра ты его не получишь. Ну, если только ты не купишь. А если тебе нужны знания, чтобы получить диплом, тебе каждый день в течение 5 лет нужно учиться, потом защитить диплом, и вот у тебя будет диплом и знания. И вот так это работает во всем, будь то отношения, если ты хочешь с кем-то строить отношения, тебе каждый день нужно делать шаг навстречу человеку, чтобы по прошествии какого-то времени у вас были классные отношения. То же самое относительно спортзала и там какой-то прокачки своей фигуры. То же самое, например, многие девчонки сейчас хотят сесть на шпагат. Это вот во всем. И как говорит блогер Ярослав Брин, которого я сейчас очень много слушаю, он полезные вещи говорит. Ссылку оставлю на его канал в описании, чтобы вы тоже могли проникнуться его очень разумным подходом к формированию, в первую очередь, фигуры, тела своей мечты, а дальше уже вообще налаживание всех сфер своей жизни. Так вот, эти интересные мысли я подчеркнула у Ярослава, и он говорит, что даже 1%, который вы совершаете каждый день в сторону какого бы то ни было результата, но каждый день на, скажем так, длительном этапе времени дает очень потрясающий результат. И, например, отказавшись сегодня от хлеба, завтра от хлеба, в течение полугода ты каждый день отказываешь себя в хлебе, через там какой-то промежуток времени у тебя там фигура твоей мечты, люди говорят, да, тебе там всего лишь повезло с генетикой, или ты просто очень легко худеешь. А у меня это не так. Нет, на самом деле они просто не видят тот огромный труд, который был проделан с течением времени. И вот, собственно, что я и сейчас и практикую. Каждый день делать маленькие шажочки на пути к цели. И у меня сейчас цель как раз сделать себе фигуру своей мечты. Очень надеюсь, что у меня это получится. Вот каждый день я либо катаюсь на велосипеде, либо я занимаюсь силовыми, либо я занимаюсь высокоинтенсивными интервальными тренировками, плюс контролирую питание. И посмотрим, что будет через полгода. Но даже надеюсь, что к осени уже будет классный результат. Ну а сегодня я катаюсь на велосипеде по ВДНХ и приглашаю вас присоединиться к моим велопрогулкам на буднях днем, если у кого-то позволяет рабочий график это сделать.
Так что пишите заявки в комментариях, или кто знаком со мной лично, присоединяйтесь. С вами была Анна Кафырина. Пока-пока.